Авария на шахте в Польше, есть погибшие. Из-за сильных подземных толчков на юге страны погиб польский шахтер, еще 8 получили травмы. На юге Польши в ночь на среду, 23 января, произошли подземные толчки, вследствие которых на шахте Рудилтовы один шахтер погиб, еще 8 шахтеров получили ранения, сообщает ТВН-24. Один шахтер погиб, а несколько получили ранения, заявил секретарь польской горной группы Томаш Глаговский. По его словам, подземные толчки произошли на глубине около 1000 метров. В районе чрезвычайного происшествия находились 20 шахтеров, большинство из которых самостоятельно поднялись на поверхность. 8 шахтеров, получивших незначительные травмы, доставлены в больницы нескольких городов региона. Спасатели сейчас пытаются поднять на поверхность тело погибшего горняка. Толчки были довольно сильными и ощущались на поверхности. Отмечается также, что с начала этого года на польских шахтах погибли уже 5 горняков. В частности, 12 января на западе Польши на шахте в городе Польковице погиб горняк. Также сообщалось, что 22 декабря на руднике в российском Соликамске произошло задымление из-за строительных работ. 9 шахтеров погибли. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.корреспондент.нет. По материалам сайта newsgro.com.